Обильные дожди спровоцировали появление грибов с одной стороны, с другой стороны массы грибников. Вот, но тут, судя по всему, в этих небольших елках еще их не было. Следов пока не видно. Это вот классический паутинник. Наиболее распространенный гриб Заилийского молотава. Подгрузки исключительно хороши для засолки. Такой крепкий гриб. Вот. Главное, чтобы не червивый был. Нельзя сказать, что грибов много, но есть. В основном сейчас паутинники и подгрузки попадаются. В общем, наверное, рыжики уже отошли. Так, это у нас дикая смородина. Паутинички вот любят такую муховую подстилку. Сидят глубоко под елками. Тоже паутинники. Вот очень типичный паутинник. Видно, какие у него мощные, сильные паутинки. Отлично идет для зажарки, для засолки. Универсальный гриб. Но надо знать, что среди паутинников есть и несъедобные. Вот, поэтому все грибы, те, кто хорошо не разбирается, желательно перед приготовлением отваривать. Здесь повыше. Тут уже покрупнее пошли грибы. Уже почти вершина. Год в целом не грибной, но свое мы все равно соберем. Так, а это у нас что? Непонятно тут. Шампиньон, по-моему. Да, это шампиньон весной. Самые выдающиеся экземпляры, те, что покрупнее, они вот получаются на самом верху. Среди арчи растут. Этого тоже многие не знают. Откровенно сказать, испытываю какую-то маниакальную страсть к сбору грибов. Поэтому, если вам интересна грибная тема, подписывайтесь на наш канал. Будете в курсе событий, где что можно собирать. Вот еще. И там еще. Несмотря на то, что грибы свежие, видно, они немножко подсохли. С чем связано, видимо, днем жарко бывает. Вот буквально одна полянка. Вот уже наш мешок практически полный. Ну, в основном, видите, паутинники в арче. Вот, поэтому дерзайте, грибы есть.